Привет всем, ребята! Обычно я не снимаю видео-ответы, но здесь я решил записать ответ коллеге по ютубному цеху. Мы с ним лично пока не знакомы, но он упомянул мой канал и бесплатно прорекламировал мой лот на Виолите. Так что я дам ссылочку на его канал и расскажу свое видение данной ситуации по тем монетам, которые были проданы на моем аккаунте, и расскажу секрет, как же продать монеты дорого на аукционе. Так что, если вам это интересно, продолжайте смотреть. Собственно, в этом видео рассказывается. Показывается несколько монет, которые я лично выставлял на аккаунте, и рассказывается, что они были разогнаны. Такое новое понятие, я сейчас слышу уже второй раз. Но хочу сказать свое мнение. Смотрите, монеты, особенно пробные, редкие, они могут встречаться в единичных экземплярах. То есть с определенными какими-то браками, определенными особенностями. И у каждой монеты своя цена. И конечная цена на аукционе формируется именно тем, насколько велико желание положить человека ту или иную монету или артефакт себе в коллекцию. Бывает такое, что несколько людей могут зацепиться в торгах. Я дальше покажу, кто торговался, например, за эту монету. Несколько человек могут зацепиться в торгах, и при этом цена будет значительно выше рынка. Или наоборот ниже. При слабой рекламе лота, который появляется, и никто его не видит, он не отслеживается, цена монеты может быть значительно-значительно ниже. И, конечно, монеты в хужем состоянии могут продаваться дешевле. Нужно обязательно обращать внимание на состояние. В данном случае это блогер канала «Нумизматика и Боны». Мы не знакомы. Но я благодарен ему за то, что он порекламировал мои лоты. Подпишусь на него. И вы подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Также он показал лот 50 шагов. И рассказал, что администрация там удалила комментарии, как же так, вот что за свобода слова. Давайте я вам покажу сейчас эти комментарии, что именно там было написано, что вот такой вот участник торгов, видите сейчас его ник, написал, что это не участвуют не люди, а какие-то демоны. И в принципе ко мне лично тут претензий нет. И это было видно, что конкретно на меня никто не наезжает в этих комментариях. Но в целом я считаю, что это неправильно, потому что разные люди могут принимать участие в торгах, и возможно, они хотят купить себе монету. И действительно, это очень здорово, что рынок монет Украины растет, люди проявляют интерес. Давайте же я расскажу, как сделать так, чтобы ваш лот продался как можно дороже. Судя по тому, что вот ник этого пользователя Нестор Вова, давайте попробуем найти его аккаунт и посмотреть, как успехи у него с лотами на продаже на Виолите. Удалось мне по поиску найти вот такой вот аккаунт, который довольно давно был зарегистрирован, но мы видим, что у него нет рейтинга, он не покупал, не продавал. То есть человек, если я правильно нашел в поиске, друзья, если я могу ошибаться, но других вариантов нет. Человек не продает на аукционе, а судит о разогнанных лотах. Ну, что такое? Но зато у него под видео есть ссылочки на не аукцион, где он, как мы видим, продает свои находки. Я не против любых площадок, пожалуйста, находите, продавайте, зарабатывайте. Это наше дело — популяризация украинской монеты. Но как мы видим, что в данном случае опыта торгов, опыта нет на площадке Виолите. Давайте покажу, что нужно сделать, чтобы ваша монета продалась как можно дороже, чтобы нашлись те покупатели, которые будут торговаться, которые будут платить выше рынка за тот артефакт, за ту вещь, которая действительно уникальна и будет у них лежать в коллекции. Что первое я посоветую по продаже ваших монет? Конечно же, первым делом разместите это на какой-то площадке. Я работаю с Виолите, мне нравится. И очень удобно. Здесь много разных фишек, которые сейчас я вам покажу. Но первое, нужно сделать обзор вашего лота, видеоролик.
рекомендую обратиться к блогеру какому-то или даже хотя бы самостоятельно записать. Но если вы прорекламируетесь у блогера, то ваш лот попадет к нему в видеообзор, и аудитория, в данном случае у меня довольно большая аудитория по подписчикам, это 34, почти 35 тысяч. Кстати, на 35 тысяч у меня будет розыгрыш, и я разыграю банкноты 100 гривен старого образца, так что совсем скоро будет у меня эфир. Будет в Инстаграм прямая трансляция, и в YouTube я выложу отчет. Сделать можно, заказать у блогера рекламу, как в сообществе, вот как, например, здесь, так и просто рекламный ролик. Можно поставить лайк. Обязательно ставьте лайки этому видео, поддержите. Как вы видите, здесь есть количество следящих людей. То есть это люди, у которых приходят уведомления о событиях в конкретном лоте. Это комментарии или еще что-то. Я рекомендую, чтобы здесь как можно больше было людей, следящих за вашим лотом. Тогда вероятность того, что количество желающих будет больше купить и заплатить реальные деньги, она будет вполне реальна. Посмотрите, сколько человек смотрит за этим лотом. 521. То есть помимо того, что я снял видеоролик, который был запущен в рекламу, для зрителей Ютуба, чтобы как можно больше людей узнало, что у нас есть дорогие ценные монеты Украины, и это интересно, и люди хотели коллекционировать. Помимо этого, я еще рекламировал свой лот. Как это работает? Друзья, самый простой способ, мы находим подходящие вам лоты. В данном случае мы видим лот 15 копеек 1992 года. Нажимаем «Прорекламировать мой лот». Это же я на своем лоте, на прошлом, могу прорекламировать новый 50 шагов. Нажимаем 50 шагов. Согласен. И мне предлагается заплатить 172 гривны, чтобы показаться всем тем, кто следил за моим прошлым лотом. Так как аудитория это точно похоже, это люди, которые покупали на монеты Украины, которым интересна эта тематика. Конечно, 172 гривны это не те деньги. Я потратил гораздо больше денег, чтобы порекламировать те 15 копеек. Я нажимаю «Согласен», моя заявка отправляется, сейчас с моего счета будет снята данная сумма, и количество людей, посмотрите, сейчас у меня 120 человек, оно вырастет. И сегодня будут итоги торгов, и мы узнаем, кто же, сколько человек увидит конкретный данный лот. Что еще можно сделать? Можно заказать другие виды рекламы, виды в рекомендациях. Можно, что еще можно делать? Попадание на форум. Это все заказывается через ваш кабинет, Виолити. То есть первый пункт. Вы заказываете рекламу у блогеров, пишите мне или даже Владимиру, который расскажет про ваш лот на Виолити или где-то еще. Второе. Заказывайте рекламу здесь. И тогда вероятность того, что ваш лот будет замечен людьми, которые хотят купить, гораздо выше. В данном случае мы можем посмотреть, кто торговался за этот лот. К сожалению, я вынужден показать тех участников, которые торговались, потому что, ну, это, думаю, будет честно. Простите, пожалуйста, меня, если я как-то вот вас в неловкое положение поставлю, но мне кажется, это важно показать, что если люди торгуются, они готовы заплатить ту сумму, которая у нас есть. И если бы какой-то пользователь не хотел покупать, он мог не ставить ставку, и лот был бы продан, если, например, нет какой-то резервной цены. В данном случае я рекомендую всегда ставить резервную цену на дорогие лоты. То есть, если у вас какая-то редкая монета, которая в единичных экземплярах, монета шаги, я считаю, это монета или жетон, как, наверное, правильнее говорить, это еще реже, чем 15 копеек. То есть у нее цена однозначно не 12 тысяч гривен. И то, что какие-то монеты могли продаваться по 12, по 10, может быть, какие-то более свежие варианты, такое вполне возможно, потому что рынок монет Украины не сформирован. Вы понимаете, то, что у нашей стране не так много лет, это значит, что люди еще не понимают ценность этого. Люди еще не сформировалось то количество коллекционеров и нумизматов, которые готовы платить большие деньги. Это первые монеты Украины, которых вообще не будет. Они разойдутся по коллекционерам и только благодаря какой-то ситуации сейчас кризисной. Потому что людям нужны там деньги, нужно вкидывать в бизнес, в рекламу, в развитие проектов. Поэтому какие-то монеты выставляются. У кого-то в дублях были, так была возможность купить их
несколько, и они у них просто дублируются. Так что я вам скажу, цена может быть гораздо-гораздо больше. Этот рынок 100% будет расти. Главное, чтобы в стране было все стабильно, доходы граждан росли и был интерес к коллекционированию. Если будет интерес к коллекционированию, это будет это здорово, это культурное воспитание всех. Так, что еще? Показал, как получить как можно больше подписчиков на ваших лотах. Сказал про рекламу видео, заказ у блогеров. Если хотите рекламу у меня, пожалуйста, пишите. Моя почта будет под этим видеороликом. С радостью прорекламирую ваш лот за вменяемые деньги. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Понимаю, оно было довольно долгим. Надеюсь, я донес свою позицию. Переходите на мои лоты. Ссылки будут в описании. Вот такой вот интересный жетон я еще тоже выставил. И есть Акинак. Тоже совсем недолго осталось до завершения этого лота. И всем удачи. Удачи в поисках редких монет. Обязательно подписывайтесь на канал Владимира, подписывайтесь на мой этот канал и на мой канал Фартовый коллекционер. Всем удачи, пока, друзья!